Друзья, привет! Это новое видео в нашем клубе маркетологов. Что я вам рекомендую сделать сегодня? Взять на вооружение и пользоваться. Каждый день пишите, в чем вы красавчик. 5 вещей. Это совет Михаила Горбенюка, который я получил вчера от него в прямом эфире. Кстати, пересмотрите эфир, очень классный. В IGTV у Михаила он есть. В чем смысл? Часто вам получается, что сложно продавать свой продукт. Ну, допустим, один продажник вашей компании – это вы. И вы иногда сомневаетесь после какой-нибудь очередной неудачи, там, или, я не знаю, какого-нибудь косяка, или просто Facebook что-нибудь заблокировал. И, короче, вам, ну, стрёмно свой продукт продавать. А это не так, это временное явление. И поэтому, чтобы вот эти вот все моменты сгладить, вам каждый день нужно писать, какой вы красавчик и почему. 5 вещей. На самом деле, этот совет мне давно еще дал психолог, и я себе пишу каждый будний день 10 вещей, почему я красавчик. Но как бы для маркетолога, для продажника достаточно 5 вещей по совету Михаила Горбенюка, чтобы все проходило гладко, и вы не боялись продавать свой продукт. Когда вы в нем уверены, когда вы в нем круты, и это факт, вы же давно уже работаете в маркетинге и продвигаете свои все темы, вот, то определенно вы красавчик, и не давайте мелким каким-то неурядицам мешать вам продавать каждый день продукт мощно. Поэтому каждый день пишите, почему вы красавчик, и будете продавать больше. Удачи! А сегодня вечером в 20:00 мы встретимся с вами на онлайн-вечеринке в Zoom. Ссылочка придет за 15 минут до встречи. Увидимся вечером. Еженедельные встречи в клубе маркетологов. Больше вам хороших продаж!